Нет, частоту они не меняют, она у них уже давно, и много народу уже стримило, и там... Кирилл, подожди, там частота, везде в этом доступе есть, можете увидеть. Это какая-то там секретная рация. Загнали экспресс, на границе ее не отобрали, значит, все вполне законно. Вот. Я просто нашел его в новом диапазоне, этот канал есть этой рации, там много каких каналов нет. Поэтому я много чего не могу слушать, но вот можно слушать, у нас полиция в городе слушает баланс в свое время. И вот такая вот хрень. В общем, пока не особо там ничего интересного не говорят. Развалы разбирают, пытаются как-то тушить. Там в одно время кто-то у них кнопку зажал, и никого слышно не было, они там паниковали, говорили, но никого не слышно, даже кнопку так несколько минут. В общем, я просто здесь живу рядом, поэтому я... Я просто даже забыл про всю раз, я свой видел чей-то стрим. Слушаю. Я, наверное, тоже могу. Вот. Пока действительно ничего интересного. Да, это про один минут. Меня, конечно, гонит. Ну, вообще, на самом деле, меня эта херня задела очень сильно в плане... Печально, очень печально. Людей жалко. Я сегодня буквально ехал там, я был там 4 часа мимо него. Я останавливался в торговом центре. Грор один. Прям впритык, готов как дороги. Кто-то вот так дороги перекрыли, в общем. Ну что, мешать слушать, просто.